друзья, давно мы с вами не виделись. И хочу вам сегодня показать нашу поездку в магазин, русский магазин в Германии. Находится недалеко с нами, в городе Хоф. А вот мы сюда решили приехать, посмотреть, если честно, масло. Цены на масло, потому что в Чехии они намного сильно дорожают. Вот, ну и заодно я покажу. Это классное место, у меня, кстати, было видео. Так что, если кому-то интересно, можете сравнить цены. Приятного просмотра. Конфеты, очень большой выбор. Яблоки, евро 11, персики, вот все цены, я думаю, видно. Да, масло грецкого резка, масло расторопшее есть. Картошечку давайте посмотрим, сколько стоит. Всем, кто понимает цены. Помидорки, смотрите, помидоры. Огурчики классные, маленькие, 2,39 стоят. Вот все цены. Молочка немножко засниму. Ребят, цены сами смотрите. О, сырочки есть, такая вкуснятина. Масло, да, дорогое в действительности. Творожки, детки наши. Игорь, может, творожки взять? Нет, творожки маленькие. Хрен. Засоленные огурцы 6,55, малосольные. Селедочка. Лаваш есть. Рыбка, вот цены. А вот огурчики, капустка, грибочки, штофу. Они не едят у нас. Вот как большой выбор рыб. Не, кисель они не едят у нас, я им пробовала. Пельмени просто огромный выбор. Выбор мяса и сосисек. Колбаски, вон сколько пельменей. Такой большой выбор колбаски. Докторскую, докторскую ищи. А это что? Какой большой выбор. Вот сало есть даже. Шпик. Оленей, конечно, очень много. Посмотрите, даже патиссоны есть, смотрите. Честно говоря, мы их не едим просто, поэтому я не буду вам так сильно рассказывать. Пока мы их вообще... Ну, я делаю малосольным, но это мы их так мало едим. Долма даже есть. Ничего себе, прям выбор очень большой. Кабачковая. Можете попробовать вот икру. Взять. Какая. Вот это прям перемолотая, может быть, возьму. Перчики, что еще? Ну, в общем, выбор очень большой. И, кстати, любитель конфет покажу. Здесь, в общем, просто море конфет. Сникерсы. Такие вкусняшек набрали, просто нереально. Я взяла еще газетки. Одна и вторая. Сейчас я покажу. И вот Mixmarkt у них есть. Mixmarkt — это сеть по Германии этих магазинов. Такую вкусняшку, морскую капусту купили, конфет. Но конфет, кстати, я расстроилась, потому что моих любимых нет. Я очень люблю чернослив в шоколаде с орехами. Не было таких хороших, прям конфет хороших-хороших не было. Вот, поэтому немножко расстроилась. А так такие вкуснятины наши. Переехали мы в центр города, паркуемся мы вот паркхаус. Автохоф, по-моему, как-то называется. Что-то с Хофом связано. Здесь тоже я делала видео, да? Хорошо. Это главная, в принципе, улица. Я здесь снимала видео, заходила в магазины. Так что вы все можете посмотреть. Рождество, очень красивая ярмарка. Ну, вообще советую, конечно, это место посетить. Очень, очень интересные места. Много немцев и много чехов останавливается. Главная церковь красивая. Хоф, этот Кауфхоф называется. Паркинг тоже. Подготовка идет к Хэллоуину. Костюмы можно здесь понакупать. Но мы не празднуем этот праздник. Пойдем тебя куртку смотреть. Ой, какие классные ежики. Это нам тоже не надо. Пойдем тебя куртку смотреть. Пошли. Любимый Нордси. Мы его просто обожаем. Салаты мы с ней едим. Я сейчас покажу, что здесь есть. Какие блюда. Правда, очень вкусная, очень качественная. Безумно вкусная рыбка. Такая сеть. У них есть везде они есть. Я вам тоже их рассказывала уже. Поэтому заходите в Нордси. В принципе, здесь мы и остановимся. Какой здесь суп. Очень классный. Еще можно к нему заказать креветок. Он просто вот полный рыбный суп. Все, друзья, на такой приятной ноте с кучей-кучей вещей для детей и немножко для нас заканчиваю это видео. Приятного просмотра, хорошо, спасибо, что оставались со мной. Пойдем есть с русского магазина конфеты. Вот так мы проводим время. Хорошего дня, приехали из Германии, с вами Пока-пока.